Aras. Vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Это пороховой склад, да? Да, это самый большой пороховой склад в крепости. И для того, чтобы хранить порох, необходимы две вещи. Ну, так, по большому счету. Сухость и надежность, чтобы не взорвалось. Для сухости у нас есть канавка, окружающая пороховой склад. Она уводила дождевую воду от стен. Также для надежности двойные стены. Идет метровая стена, потом метровый проход, потом еще одна метровая стена, и только тогда центральное помещение, в котором хранился порох. А, то есть здесь 3 метра толщина стены? Примерно, да. Приблизительно. Это, здание кажется очень большим, но снаружи там места очень мало, да? Нет, не так уж и мало. Ну, это как тоже туннель. Достаточно туннель, да? Он, да, он как туннель такой огромный, длинный. И что интересно, внутренняя стена имеет свою вентиляцию. И она идет, то есть проходит из центрального помещения, упирается в столб, окружает столб и выходит насквозь. То есть нету напрямую, чтобы не прострельнуть, искра не пролетела, но вентиляция, обмен воздуха происходит. И вот напротив каждой арки такая вентиляция, и они все между собой еще соединяются, делая внутреннюю стену двойной. То есть там три стены на самом деле получается. Понял. Есть где место, где это можно снять и показать? Есть, только в другом. У нас в крепости два пороховых склада, и похожие на этот есть, только там вот эти канавку не видно, и под низом у этого порохового склада еще два параллельных туннеля, как воздушная подушка, чтобы грунтовые воды не подходили к полу и не повышали сырость. Что еще интересно? Двойные стены, обычная крыша, чтобы при взрыве взрыв пошел вверх, а не в бока. В пороховой склад запрещалось входить в шерстяной одежде и с обкованными металлом обуви. Чтобы не было искры, да? Что еще важно здесь? Еще важно здесь, что латвийская армия в межвоенный период имела 6 танков в этой крепости. Танки фирмы Vickers находились в этой крепости, это был в этом пороховом складе, как в гараже. Именно, скорее всего, тогда появился вот этот вход. Потому что на самом деле этот вход не по правилам порохового склада сделан. Этот вход получается напротив входа через вторую стену. Если будет взрыв, то взрывная волна бы выбила эти двери и пошла бы на артиллерийский арсенал. Это неправильно. То есть этого прохода хватало для танка? Да, были маленькие танки, легкие танки Vickers. Да. А, понял. И вот обратите внимание на эту вот арку декоративную. Неоготичную, потому что это западная часть крепости, поэтому готика используется. Да. Вот еще такой треугольник, и там еще арка такая. То есть здесь была такая же арка и два окошка. И здесь не было ворот, здесь была стена. Оригинальный вход, вот он здесь. Вот оригинальный вход в пороховой склад. Сначала входили так, потом поворачивались и входили в центральное помещение, чтобы не было на одной линии против взрыва. Понял. Что это за место? Мы находимся около Михайловских ворот. Одни из четырех ворот крепости, названных в честь великого князя Михаила. И чтобы раньше попасть в крепость, нельзя было так вот взять и проехать по дороге. Необходимо было пересечь 3 деревянных моста и 2 ворот перед тем, как проехать через ворота главного вала. То есть здесь был мост? Да. Здесь был мост. А сейчас здесь сделали просто. Сейчас здесь дамбу. Разрыли вал посередине насыпали дамбу. Раньше был такой зигзаг мост, вот через арочные ворота, потом барьерные ворота, и только тогда на... Здесь еще ворота, которые должны были пройти. Сейчас мы пойдем и посмотрим. То есть отсюда начинался деревянный мост, вот в то сооружение, где серые такие стены. Да, вижу.
Понял. А здесь это герб Российской империи, да? Да, это герб Российской империи. Единственный оригинальный герб Российской империи, сохранившийся в крепости. В советское время он был закрыт советским гербом, потому что его нельзя было просто снять. Он выкован в камне. Выглядит. Ага. Вот. И надпись «Михайловские» были, там дырочки сохранились. Да, понял. Вот. А вот эти такие здания двухэтажные, что там было? Это позиции для артиллерии. Мы долго не могли понять, как они же назывались, потому что в литературе они упоминались то как капонир, то как траверс. И вдруг в один прекрасный день мы узнали, что верхняя часть – это траверс, а нижняя часть – это капонир. То есть это капонир-траверс двухэтажный. Две арки сверху, четыре арки снизу. Ну, я никак не понимаю, пушки в которую сторону смотрели? Пушки смотрели по рву вдоль Равелина. Это контргард. Контргард — это слово контр, перед, гард — охрана. Охрана перед бастионом. Этот вал защищает бастион. Но он стреляет также перед Равелином. Вот дальше идет вал, перпендикулярно ему, грубо говоря, такой галочкой, которая защищает помещение между бастионами. А, то есть он, эти капониры защищали только вал, они не стреляли внаружи крепости? Нет. Они стреляли по рву в параллельно валам, чтобы враг не мог подойти незамеченным к валам. Понял. А оригинальная дорога идет здесь, да? Да, вот поворот, видите, он прямо на воротах поворачивает. Понял, сюда, да. Сюда подходил деревянный мост, дальше путь поворачивал. Здесь вот булыжная мостовая сохранилась. Тут были декорации в виде алебард тоже. Здесь ворота стояли. А, вот вижу еще одни ворота, да? И здесь еще ворота были. И дальше здесь было такое углубление. Здесь была яма. И про нее мы поговорим позже. Мы долго не могли понять, что это за яма была. Отсюда, вот видите, там еще опоры такие. Да. Отсюда шел такой же деревянный мост, как у Николаевских ворот восстановлен. Это еще один контрольный пост. Это, да, кардегардия с барьерными воротами. И от нее шел еще один деревянный мост. Давайте пройдемте туда, я там объясню уже более до конца. А это что такое? Это называется редиуит. Это укрытие для гарнизона. Если его застигают врасплох в зоне укреплений, он может туда спрятаться. Оно в форме грибочка такого. Вот такой форме. Вот это шестой редиуит крепости. Да. У нас их было 6. Сохранилось на данный момент 4.5. Этот один из лучших всех сохранившихся. Он в форме грибочка, у него бойницы во все стороны. Да, и он не только дополнял огневые линии защитных укреплений. Вот здесь огневые линии укреплений указаны, вот он видит. Мы с вами находимся в этом сооружении сейчас. Понял. И он вел круговую оборону. Понял. Mes esam dabar vienoje iš pozicijų, kuriame, iš kur stovėdavo patrankos ir saugodavo lygiai greičiai apsauginį griovį ir apsauginį sieną. Tai vienas yra įdomus dalykas. Что такое? Это крюк для того, чтобы затягивать сюда грузы. В частности, пушки и амуницию, скорее всего. Груз мог подвозиться, здесь когда-то был земляной вал. И по опорели затягивался на земляной вал и ввозился сюда через этот вход. С помощью крюка, на нем, скорее всего, было шкив, круглое такое колесо. И с помощью цепи или троса затягивалось внутрь, это сюда устанавливалась пушка, и вот она стреляла вдоль соседнего равелина, то есть перпендикулярно вот этому валу, но параллельно соседнему. Это форма звездочки, где перекрестный огонь прикрывает друг друга. Вот, и здесь еще одна есть такая. То есть здесь были две пушки, и они смотрели в ту сторону и охраняли этот вал, да? Да, да. Охраняли соседний вал. Понял. То есть соседи охраняют друг друга здесь, получается. То, это где мы были внутри. То есть через эти бойницы. Бойницы стреляли в ту сторону. Да, вдоль Равелина. На Равелине устанавливались, можно было установить пушки, чтобы стрелять вдоль этого контргарда, в котором вот это сооружение, двухэтажный капонир или капонир-траверс. Но с редиуита стреляли тоже, прикрывали контргард. И контргард можно было прикрывать еще даже с бастиона. Шестой бастион издалека мог тоже стрелять параллельно. Эти все пушки повернуты так, чтобы создавать между собой перекрестный огонь. И одно сооружение прикрывает соседнее, а не себя. Понял. А это был главный вход? К Михайловским воротам, да. Это главно-контрольный пропускной пункт, кардегардия Михайловских ворот. И от нее шел первый деревянный мост. Дальше
от нее на арочные ворота шел второй деревянный мост, ага. И от арочных ворот шел деревянный мост на Михайловские ворота. Aras – vyriškas stipraus skonio natūralus mineralinis vanduo. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Вот эта система трех мостов, а вот эти два сооружения между собой соединялись валом. Эту дорогу прорыли в 20-30-е годы, чтобы сделать более удобный проезд. А вал был кирпичный или просто земляной? Земляной вал, но он уложен в глубине, вот в нижней части уложена такой гранитной облицовкой. Понял. Ее еще в царское время закопали, потому что она повсеместно начала отваливаться. Понял. И как крепость уже потратила значение, ее просто прирыли, чтобы не надо было каждый раз чинить. Понял. Третий вал земляной. А зачем вот эта яма здесь? Эта яма имеет такую же функцию, как и та яма около арочных ворот, где мы только что были. А какая это функция? Функция? Мы очень долго ломали голову, пока не всплыли чертежи одного прусских военных инженеров 19 века. И нас вдруг осенило. Это визуализация чертежей. Это для подъемного моста. Подъемный мост на платформах подходил к Кардегардии. Это яма для подъемного моста, где противовес этого подъемного моста – другая его часть. Просто Понял. Он на равновесии стоит и уходит вниз. Там был шкив, и здесь еще был каким-то образом. До конца мы эту систему не знаем, ну, в деталях, но принцип понятен. Я как понимаю, это главный перекресток. Одни ворота, там другие ворота, тут еще одни ворота, да? И в конце этой улицы еще одни ворота, четвертые. То есть это, как бы, можно говорить, главный перекресток всей крепости. Ну, да? Один из главных, но это главная улица крепости, это Императорская улица, самая широкая, по которой проходило шоссе Петербург-Варшава в свое время. И с одной стороны у нас здание, строившееся Российской империей, то есть военным министерством империи, инженерный арсенал, там мастерские различные. Но на другой стороне это же частные кварталы, кварталы частных строений. Их строили не империя, а предприниматели и сдавали в аренду мирным гражданам. Империя сюда не вмешивалась. Эта территория, они могли строить здания, как хотят, только фасады, главное было сохранить стиль классицизма. И сдавали в аренду гражданам, которые могли себе позволить роскошь жить в крепости. Потому что, ну, в принципе, крепость была более развитым, более такой продвинутым районом. И все, что, если будет война, то форштаты и предместья, и эспланада будет довольно сильно повреждена. А вот это может быть более больше шансов, что уцелеет. Ну, это у меня вопрос. Как это возможно? Вот в нынешние времена это невозможно, чтобы внутри военного объекта могли быть жилые дома для цивильных людей. Ведь это пороховые склады, пушки, оружие, все это. Как это вообще там было возможно? Ну, вот тогда немножко война тоже была другое, отношение было другое, и к врагу было другое отношение. Также могли враждующие армии повоевать и вечером выпить, и с утра опять повоевать. Ну, то есть это была не проблема тогда, и отношение было другое. Да и сами императоры без охраны очень часто появлялись в том же Петербурге. Александра II покушения, когда начали, он первый раз вообще, по-моему, один шел в путь, если я правильно помню. Вот. Ну, здесь, да, это все было вместе, мирные граждане жили. Ну, правда, евреев сюда не пускали. Евреев не пускали? Да, ну, это политика империи была. Но, в принципе, состоятельные граждане здесь могли жить. И до сих пор в этих кварталах живут примерно столько же мирных граждан, сколько их жило раньше, в царское время. Понял. Около 1000 человек.
немножко, чем тот большой пороховой склад. Наверное, поуже и в три раза короче. Вот эти вентиляционные шахты. Там входит и вниз, и вот здесь... Да, еще раз тогда про эту вентиляционную систему. Как, про стены. Как это все организовано? Внешняя стена, потом идет внутренняя стена. В внутренней стене повсюду вот такие отверстия. Ага. Они идут внутрь стены, упираются в столб, огибают этот столб и открываются вот в тот проход, в галерею, которая окружает ее. И все эти вентиляционные шахты между собой соединяются продольной такой плоской шахтой, фактически делая вот эту стену двойной тоже. То есть двойная стена, тогда промежуток, еще одна стена на метр, да? В том большом пороховом складе еще под полом вентиляционные галереи. Здесь мы не знаем пока что, есть такие или нет. Там два таких туннеля параллельных, которые не дают грунтовым водам подступиться к полу. И вот уже на этом полу стояли стеллажи, на которых хранился порох. Хорошо. Что это за место? Это центр крепости, это комендантский сад. Географический центр, ну, получается, да, если так вот протянуть линии, то получится, что это вот центр крепости, цитадели, именно самой цитадели крепости. Тут дома офицеров, да? Это, да, ряд домов офицерские дома, это офицерская улица. На другой стороне парка такие же офицерские дома и вторая офицерская улица. Как бы в классицизме было принято строить, ну, было считалось эталоном красоты, то есть симметрия была очень важной. И этот плац когда-то был очень симметричным. Вот эти здания, эти, такие же, как и те. Они зеркальное отражение друг друга. С другой стороны, у нас военный госпиталь. А комендантский дом когда-то выглядел очень похоже, как военный госпиталь. У него тоже было вместо третьего этажа такая вот фасад такой, треугольный. То есть этот плац, представьте, что когда-то здесь не было деревьев, здесь был просто плац для марширования гарнизона, и он с всех сторон был симметричный, в лучших традициях классицизма. Вот это интересно представить, этот вид 1840-х годов, например. Но этот плац был слишком маленький потом, когда... Ну, я так понимаю, что армии росли со временем, и в конце концов он просто оказался слишком маленьким для смотров гарнизона и так далее. И, наверное, как плац использовали что-то другое вне крепости. А здесь решено было превратить эту территорию в парк. Ну, это мое представление личное, как это могло измениться. Но в середине 19 века по решению коменданта крепости этот плац превращается в парк с фонтаном. Фонтан снабжается водой из водоподъемного здания. И да, парк до сих пор является парком, в нем есть беседка, фонтан и еще памятник солдатам, павшим в освободительной бою за независимость Латвии, который на данный момент реставрируется, и вот буквально... А это и пушки, это и есть фонтан? Да. Понял. Он сейчас не работает, да? Он не работает с 1915 года. Понял. Вот, и мы в комендантском саду, в центре комендантского сада, памятник из трех пушек в честь столетия войны с Наполеоном. В 1912 году установлен здесь, отработал 3 года. Все. Да. Через 3 года уже линия фронта стояла вдоль от Даугавы до Двинска, тогда Даугавпилс назывался Двинском. Правую машину из водоподъемного здания эвакуировали, бронзового орла, который находился на конце пушек, тоже убрали. И с тех пор памятник так и стоит в таком вот виде. Но чем интересен комендантский сад с исторической точки зрения? Не только этим памятником, но с одной стороны у нас комендантский дом, с другой стороны военный госпиталь. В комендантском доме еще в начале строительства крепости, когда только его построили, уже были
созданы покои для высочайших особ, для императора. И вот в том правом крыле комендантского дома на втором этаже были квартира, то есть помещения, где император, путешествуя через крепость, мог остановиться, отдохнуть, и этими покоями пользовался Александр I, Николай I, Александр II. И только при Александре II, когда построили железнодорожную ветку, специальный вокзал с апартаментами, он перестал сюда приезжать. Но последний российский император тоже был в крепости. Он был в военном госпитале в 1914 году, осматривал раненых солдат. И то есть, 4 императора посетили нашу крепость, 3 из них регулярно, но последний был дважды. Еще в 1903 году при отправке солдат на русско-японскую войну он тоже был в крепости нашей. Понял. Так я понимаю, у нас по программе уже все, да? Да, в принципе, здесь мы, наверное, закончим тогда рассказ. Но, конечно, можно про крепость рассказывать и рассказывать. Например, самолетный ангар в крепости 19 века у нас до сих пор сохранился. Вот. И, ну, чтобы больше узнать, надо приехать в крепость, посмотреть самому, походить. Понял. Хорошо. Теги аш манаукат. Apie šią tvirtovę, kaip jau ir sakė, mes galim kalbėti ir kalbėti, ir iš tiesų čia mes vaikščiom jau 4 valandas, bet apžiūrėjom vos gal pusę visos tvirtovės. Daug pastatų, iš tikrųjų daug įdomių vietų, taip kad tikrai kviečiu atvažiuoti jūs pasižiūrėti. O kol kas tai atsisveikinti norėjau, ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų laidų ir viso gero. Do svidenia. Viso gero. Viso gero. Iki. Šiandieną esu viename iš Latvijos miškų. Čia bus atliekamas įdomus dalykas. Aš esu vienas iš tarptautinės ekspedicijos narių. Tarptautinė ekspedicija, kuri Latvijos miškuose bandys rasti pirmojo pasaulinio kario karių palaikus. Laidos vedėja, apranga ir ekipuotė aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuvei Promaxa. Video klipų kūrimo studija Media Lab.